на Шурика пойти 9 взять. Давай до ребра, если никого не будет, возьмем. Такого Фурика всегда возьмем. А Ягер, у тебя есть РДД? Ну где танк, ребята? Ну. Не, хильте, пожалуйста, ребята, нету хила. Ягер, блять, умер. Все, танков нет. Поднимайте танков, клуб РДД. Да не, надо прям падать. Че он такой? Кашет второй шаман. А, там нет шамана второго. Кто-то, короче, с хилов. Холик или кто это? Да у нас 300 покажет. А чё, приз 5.8 хорошо нахилит, что ли? Там тяжко поднимать. Сейчас минус ИП КФК будет. Пошли. Красайтесь. Был, я даже в луже на ребре не помирал бы. И на выхре. Сразу под морды клиф ловил, да? Нет, ты чё, какой клиф там? 5 карты. Тагма прибежал. У нас 4 танка терпеть. Ну, я в фурике. Здесь кимикас. Предвидительный вариант с танками. Чего? Предложите идеальный вариант с танками. Джейми, ну какие классы Ягер. У Ягера и у Акма есть, давайте узнаем сперва. А Акма и Джейми, два танка идеальных. Ну, Ягер это видел. Акма, заходи на ШП и все, идеальный вариант. Если он одетый, как бы там больше 6 кг. Да, нормально, там 6.5. Так, я пока отойду на минуту, экран не пока что. Заходи на ШП, Акма. Я тоже могу на ШП, ну или если вас два ШП в рейде устроят, как бы... Не знаю. Давай, Ягер, лови вот эту херню ходящую. Давай быстрее, Ягер. Я всех мобов соберу сам, ты главное длинного лови. Длинного, ростного надо. Дай ему подойти, дай ему подойти, блядь. Триксы были на мне, отец. Не, Ягер может на рестер шамана, я на ШП, Акма будет БДК. А как он хилит? Не знаю, как он хилит. Может, потому что ты вообще не очень одетый. Попробуем решить. Ну, Рома, танка 6.5 хилит или танка 6.1? Ну, зависит какой танк, короче, понял, 6-1 он. Вытанчили чали вообще легко. Можно резко танчить. Покон, разбейте, пожалуйста. Кто танчил резко, свет? Ягер? Акма. Так Акма 6-5, ему все равно вообще что танчить. Не против, все равно. Олег за ШП, по крайней мере, точно даст ДПС, а даст как не даст. Тяни слугу трона. Uh-huh. Это не слуга был трон.
пустая синь. Я не буду на хиле, я буду переживать за рейд. А где надо будет, Войд будет спекаться в танка, я буду на хилатор. Ты что курил? Так, мы в БДК, ягер на Рестер Шамана и на ШП. Два танка стоят перед одним этим, короче, он их бьет кливом двоим. Ну, тактика такая, наверное. Он же у этого моба не делится клип, или уже делится? Не знаю. Ты на рогу можешь зайти. Ну я могу зайти. Рога? Я сова может зайти. 20к даю вода. Кто там говорил, сова зайти? Да. Это кто говорит? Там не 20, а там 6-1. Кто это может зайти? Танк. 6-2, и она такая кривоватая с духом. Рога будет лучше, скажем так. Ну, у меня Матмах. Че думаю, Олег? Короче, Войд заходит на рогу, ты потанчишь, да? Или как? Я потанчу, давайте, я мне похуй. Заходи, вообще похуй. Заходи на рогу, да. Заходи, ягер на шану. Держи рело. Только не кикай этого шамана моего. Всех варов отбили рогой, блять. Приз так и не похилил, короче, на трэш. Уже хочется прям нахуй поменять такого приста. Жоль, кикай. Прист Икс. Изъем. И Красемги. Ты в РК? В заметке написано Альянс. Я думаю, он в рейде. А там будет трэш, он будет здесь, короче, хилить. Он что, он не отвечает в чате, вот он прибежал, сейчас станет. Так будет стоять. Ну посмотришь по ХП, я знаю все. Монти. Хули пись там первый просто будет по ХП сразу. Ты чё сербаешь? Алло. Систа там Ирела, что-то еще. И Красем, где ты в РК зашел? Сейчас попробуем его кикнуть, посмотрим на реакцию. Поставил. Я поставил плюс, блядь. Так что ты, блядь, не пилишь, Рей? Поставим, блядь. Сука, ебана в рот. Блядь. Почему нельзя нормально ответить, что ты поставил? Зачем ты добавляешь слово «блядь»? Бля, почему нельзя разглазать, посмотреть в чат? Да потому что ты АФКшил весь трэш, нахуй, у тебя ГС 5.8, а ты стоишь АФК. Ты должен радоваться, что ты попал в рейд, а ты АФКшишь, блядь. Блядь. Что, у вас были проблемы? Ну, с такими людьми, как ты, у меня всегда проблема, я их сразу еще до ребра вычисляю. Так, давайте вычислим, как он кого ролит. И Красемги, помолчи, пожалуйста, и хилрейд. Маковей, давай, раздавай кулаки, отец огурец, каски, Талалаша, кресты, Джеймик, Прота. Каска на АП есть у кого-то, пацаны? Киньте роги обмен, пожалуйста. 100 голов за фласку. Нет, ничего, извини. Там у
шуриков, может. Так на баф. 4 хила, Аршам, Хапал, Эрдру, Холи Прист, плохо. Христа баф дайте. Отец Халдей, все не хватает. Все готовы, тогда я нажимаю на макрос DBM Pool, поставьте ауру на лед. Давайте рост. Ягер, дай, пожалуйста, рост. Молодец. Давайте все в шипы играем сейчас. Отлично. Шипы играем. На ханте шип далеко. Архи задача слить шип на ханте. Танки разбили. Короче, отбежали от ребра, стоим в центре возле звездочки. Звездочка вообще есть? Есть. Все играем в шипы сейчас. В центре шипы будут. Сыграли сначала в шипы, потом ребром. Стоим в центре, ждем вторых шипов. Отошли от лужи. Опять шипы сейчас будут. Давайте все в шипы. Отошли от ребра. Еще одни шипы будут. Спрятались за спином босса. В шипы играем. Играем в шипы. Опять шипы. Блин, как будто на каком-то заводе, реально. Ладно, сейчас верну. Ягер, зачем было вставать? Сколки. Ёпта, там есть 7. Наручи на танк на мейн. 3, 4. Ох. На хила на мейн. На оф. Пойди справа, Green Trash. Смотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Боже, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей славе. Так, у кого есть тонкий аспект на леве? Это очень важно. Кепкайся Даринон. Слева 2 БДК, справа протопал. Паладин из пола сливаем, длань жертвенности, капля называется. Следим, чтобы было скилл на КД все время до контроля. Соло здесь допас, пола сливаем, ДК, антимагию. Сейчас убираем все баф, приста, защита темной магии. Да, кого-то кидает контроль, мы не ауешим. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой,
Симах, СС на Хатая. Чирус Лайф, СС на Максоид. Хорошо, Симах, СС на Максоида. Вторый плох, а Максоид все вижу. Я не понимаю, что это говорить. Кушайте рыба. Рыба стоит у звезда. КС тобой это показал истинную сущность своего ДПС. Чего? Слабенько. Чек на пул. Между прочим, со стереей вот это вообще позор. Да мне похер, идите в жопу. 39к. Тебе не нравится. Да все. Засмущали пацана. Да, покраснел весь. Второй человек по ДПС его. Истабаф, лапу дайте. Лапу интеллект по шаману. Каску по шаману. Тес. Молодец, ты заходишь? Зой. Все, макрос на пол. Давайте, милики слева, Д справа. Если кто не исправляется, помогаем. Трэш вышел, давайте все в трэш. Справа РДД сыграли в трэш. Готовимся контролить. Присты, фурики, ретрики, помогаем контролить. Капли слить, звездопад слить. Луну, трусы контролим. Так, трусы за контролем. Пожалуйста, акры. Молодец. Вопрос Лиги, я не спойлер. Спойлер. Не могу. Я прожал АУЕ сакру перед контролем, и меня кинуло в контроль в этот момент. Ух. Давайте в трэш. Все в трэш играем. Во время трэша будет контроль. Служи, выйдите, отец холодец, молодец. Данка поднимается, холодца. Контроль, одна секунда. Данка поднимается, холодца. Да. Расфирил три цели по скиллу, скриньте. По ретрику, дайте бафы. Дайте по ретрику бафы, каску, лапу, приста баф. Без темной магии. Все, короче, хватит дамажить леди, эскейп нажали, ждем третьего трэша. Хватит бить леди. Все в трэш сыграли. Во время трэша будет контроль. Все играем в трэш. Во время контроля стопаем дамаг АОЕ скиллами. Проклятие диспельте. Так, расконтрольте людей. Давайте первый напул на Акма. Начнется вторая фаза. Появится трэш, мы будем в него играть. Так, вышел трэш, все в него сыграли. Выйдут духи, мы отбежим от духов. Все в трэш сыграли. Так, Даринон схватил босса. Напуливайте на него тогда. Служи, выходи. Появляются духи, веди всегда босса. Отбежали от духов. Отбежали от духов. 5 секунд контроль. Смотрим контроль. 1 секунда. Фурики, присты, помогаем ферить. Отбежали от духа. Трусы, квадрат законтролить. Отбежали от духа. Веди леди. Плохо. Веди леди. С какой стороны трэш будет? Отлично. Давайте, трэш сыграли, отбежали от духов. Отбежали от духа. Все в трэш играем. Сбили на босса, играем в трэш. Веди леди к трэшу. Видишь, где звездочка стоит? Иди туда, ВДК.
Давайте, шаманы, ставим тотем ману, поедим на ману. Контроль 5 секунд. Помогаем мне контролить людей. Надо ли нам контролить? Контролим людей. Води, веди, веди, леди от духов. Уводи, леди от духов. Хатай поднимает Алалашу. Все в трэш сыграли, отбежали от духов, отбежали от духов. Играйте в трэш. Так, о, давайте рост. Александр, сейчас сорвешь. Отбежали от духов. Александр, глыбу прижми. Давайте рост, если есть. Да, усалю. Отбежали от духов, законтролили квадрат и луну. Помогите мне здесь пылить с леди дебаф. Отбежали от духов. Так, в трэш собрали. Отбежали от духов. Последний трэш нужно добить. Последний контроль. Да, секунду. Давайте контролим трусы. Квадрат законтролил. Трусы контрольте. Тоже выходим. Смиритель небес уже улетел. Быстрее на бок молота Орги. Если вы поспешите, то еще сможете его отнять. Какой КВП? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Пушку займите еще одну. Вы видите, что это там вдалеке? Не охладеть. Все на палубу!
Это нечестный способ. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Ты скоро поймешь... Пехота! Сержанты! Бой! Уничтожите! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Триста семнадцать. Корабль под обстрелом. Заклинатель. Пятница 342. Есть бэру какой-то, поднимите пивчо. Случайно так подошел к боссу. 5 минут КД. Ладно, подними пивчо. Да, Данка, подними пивчо. КД, я с первого поднимал. Не я цой, подними пивчо. Максой, КД, я фурика поднимал. Лол. Слышал, это, блядь, за тобой выехали. Ну да, конечно, это за тобой выехали. Причем, если ты не понял, это скорая помощь. Ну да, да. Как не пожарная, блядь, на твой пукан. Сука, снял с языка. А Шанан громче всех смеется. Ума, наверное, много. Шутка была смешная, прям, ну, живот надорвал. Да, ты шутить научишься смешно, блядь. Я? Вот что-то про мой ДПС можешь пошутить, а так вот уж я бы сказал вообще не. У тебя ДПС на 2000 чем сантиметров. Ничего не помню. Твой ДПС на 2000 больше, чем член сантиметров. Коллеги, кому-то надо, запускайте сюда. Сука, мне нужно на лока его, блять. Ты хочешь сказать, блять? Мой член, блять. 18 тысяч сантиметров. Почему тысяч, ты дебил? Бисовый плачек на ретрика. Энха. Но ты сказал мой ДПС на 2000. О, в спек. На 2000. Я не напал о роли. И не сказал, и рад, короче, блядь. Как всегда. А чё это? Есть у кого на скорость бутылки две штуки? Есть у кого-то на скорость зелье быстроты? Или скорости? Как оно там называется? За 500 голд, да. Ты же меня все скинул, блядь. Чё тебе надо? Я вначале думал, что ты молчишь, хотел послушать. Так я и без этих банок тебя передамажу. Ну да, конечно. Все, готовь пукан. Ну давай. Фиксы на танка идут, блять. Чтоб не было, как в прошлый раз ты, блять, босса танчил с пула. Хорошо, давай. Я сейчас вышки я тебе сказал. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я одну ход ты кину, я уже в топе буду. Что делаем ставки? Сколько дам? 20 или 21? А ты на ком рогай? А. 21 место в рекаунт. Акмо, ты мне же истерию кидаешь, да, братан? Нет, это не ДПС, аж я продал истерию уже. В смысле продал, блядь? За сколько? А мог что ДПС? Бесплатно. Давай косарь даю, слышишь? Без истерии 15. Косарь даю, кидаешь, алло? Пиши на меня макрос.
умер бы я или выжил. Кидаешь, нет? Не, я уже, меня уже попросили, я отдал. Подождите, зайду на БДК срочно за косарь, блядь, я-то в БДК идти. Трэш будет. Ой, ты готов нам подвалить? Короче, будем молчать во время боя, бейте трэш. Кто не бьет трэш, получит ГП, если бабимся. Ясно, короче, Акмо, блядь, просто войда кинул, блядь, я тебя запомню. Акмо, ты прочитал, что я тебе написал в личные сообщения? А, да, я спереди, справа. Да, как раз он. Героизм, шаман. Это в GTA, что ли? Да нет, у меня ездит что-то. Сосредоточка. Всё Даже 16к не дал. О, сильно маленький ДПС. Фу, Марата какой-то ретрик обогнал. Тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью. Марат Гас вообще какой-то. Помните о чести, герои. У КВ написано в заметках 6.1, а он почти фуловый, две шмотки-то фула осталось. Давно не обновляли. Портал открывай, протопол. Я что тебе, раб? Оля. Протопол. Я что тебе, раб? Не, да. Ты хуже. Ну ладно. Ты это... Кто-то добежал, вон ринзли. Не раб, а как это в игре-то престолов такие, без члена, которые... В игре престолов, дебил. Ну а где, блин? Я так и сказал. В жизни, в общем, в жизни. Телепортируйтесь, я веду Вальку первую, пожалуйста, телепортируйтесь. Так, тут был вопрос, почему не ролили вещи с Вали? Ой, с Леди. Потому что там две
дамских наруч и хуйня какая-то еще. Ты думаешь, что там был мусор? Я его забрал себе. Кому-то нужен этот мусор? Су, уже не помню, что там падало. Кольцо падало разве? Опять Валька съебывается. Сука, съебан. Я думал, я догоню и затащу. Ну, нормально, катку. Какой общий ДПС, кстати? 293. 293? Залупа, короче. Ну а хули там вагонов полгрейда, бля? Если вчера у вас было 317, вы считаете, это намного больше, да? В пятницу у меня 342 было. Там тоже вагоны, бля. Ну один вагон. Ну это явно. Смотри, тут... Только 9 место дало выше 15-ка, вот это вообще просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 человек дали меньше 15-ка. И еще 4 хила было, короче. Плохо или нет? Плохо, конечно. Нормально. Уебищно. Ну да, идем сразу начнем. Пацаны бегут. Чем убьем ли чай или нет? Нет. Мы же не конты, чтобы их убивать. Что, там кноты живы еще, да? Угу. Солчат там уже ходит. После июня сессии позаканчивается. Поднимется. Сейчас же все к экзаменам готовятся. Марат пошел готовиться. Боже мой, две собаки подходят. Отойдите, пожалуйста. Агрю, право. Хорошо, хил и я, конечно, подиспелил слизни. Мне не сложно.
лови. Ура, ленточка. Поднимите у кого бы нет, там ловушку обезрежу. Ты мертв будешь, Слав, ну, ты что-то ж перепутал. Да, обезвредил. Одну. Где зеленая собака ходит, туда не ходите. А, сука, я же ее активировал, все, нормально. Ну, ту я это открыл. Обзрение. Ты что, бухой? Да, бухой, блядь. Хочешь ГП тебе дам? Ну все. Я могу зайти на гнилого на ШП, а ДК второй там потанчить. Что там, где там эта ленточка? Нету ленточки. Хватит, ваш ИП 3 соловые 5. Хан 6, 7 пропал. Ловушка активируется. 8. Да, сука, я же обезвредил, я же сказал. 8 лисимаг, 9 first life. Идемте на леща, на этого, на Ниломорда. На Лану, может? Чек на баф. Чего не хватает, пишем. Так, у нас не шаман, ставь тотем на гнев. Сказ там 5%. Вот рыба стоит. Эх, так у нас же хант есть. И чё хант? Конспект защиты природы. Тварь скованная. Кстати, Ягер, ты готов? Элисандра. Чего? Мулана? Чего не хватает? Мелисандра. Красная женщина. Так, все готовы, макрос на пол. Хоп. Можно пулять. Дистанция на бале друг в друга. Рост. Прибежали за спину. Смотрим лужи, куда выливается, отбегаем от них, набираем дистанцию. За спину перебежали. Прижми кош, отбежали от новой лужи, набрали дистанцию. За спину перебежали. Так, ну мы уже появляется, отбежали ты. Данка, прожми кожу. За спину перебежали. Александр, прожми глыбу. Отбежали от новой лужи, набрали дистанцию.
я пожертвовал фридомом, мы стоим в луже теперь. За спину прибежали. Психика попала. Так, бой сейчас большой стезень в рейде заберешь. Воу, чего так просели, захит это. Видим в рейде. Когда я выдымаю это лалашу. Отбежали от новой лужи, набрали дистанцию. Оу, захильте череп. Череп захильте, я блюю в луже. Все, я умер. Лалана, подними певчего. Александр, выйди на рейндж. Красотуля, глыбу прижми. Да. Подымите меня. Забирай второго. Прижали чешки. Захильте рейд. 4 хила. В чем проблема? Бля, Ягер, ты не можешь сам себя здесь спалить? Лалана, подымай. Максан, подымай. Шамана, взрыв, взрыва. Взрыв, ой, ребята, взрыв. Бош. Бежали от взрыва. Фу, фу. Плохо, очень плохо. РДД все на рейв встали. Чё, сохили? Ягер, дно, лаваша дно. Плохо будет на кофе. О, жопа, взяли. Вообще ничего нового. Бля, я жажу упал. Сейчас я певчего подниму. Отдошлут. Мне лучше в обычке идти. Угу. Шип. Куда вы, блядь, побежали? Резайте все. Оставьте шкаф, сейчас зайду на шамана. Да мы тут 4 хила захили. Да больше там нечего хилить, там на остальных боссах проще. Но. Спасибо, ребята, мне просто надо ботинки стухло. Может выпадут. Только не кикай этого креста, сейчас перезайду потом. Там певчи выше, чем Кордоба на тапке. В смысле выше певчи? Ну там у него PR 66-84, а Кордоба 49-11. Значит, певчи, а ты когда Риту взял гильдию? Что это значит, если у него выше? Значит, певчи заберет ботинки. Наверное, крутым. О, такие в рейде, оказывается. Ты ну-ка суманите меня, пожалуйста. Перекинь там его в пати, чтобы видно было. Рома. Только и лук поставь на себя. Но не знаю, что он не умирал. Рома, ты тут? Да, тут я. АФКшу поставь. Лол. Сначала нужно выбрать цель.
Это надо чекнуть на баф или пульнуть. Дайте 300 баф. Все, я тут, я просто кушаю. Кушаю. Приятно. Лапку дайте, каску пополам. Инту маги дайте. Баф. Сначала нужно выбрать цель. Сначала нужно выбрать цель. Выбрал цель Тухлопуза, а он мне говорит, сначала нужно выбрать цель. Что за бред, блядь? Надо будет ловнуться потом. У меня нет цели. Алло, есть кто-то? Чё там, ты чекнешь или нет? Войд, тебе РЛ, Войд. О, блять, сейчас. Наверное, сел лут. Я же не видел, сначала поставлю. Я же не видел, что на мне РЛ. Короче, он протопал, да? Вот, все. Да я здесь, я тут жую просто. Жую, начинаем. Войд даже не шелохнулся. А ты на мне дебаф или? Да. А посмотри еще раз. Ну, второй раз ты так сможешь? Да. Вряд ли. Ну смотри. Сейчас пельмень милик будет. Ну что, есть дебаф? Ты же отбежал, дебил, да, ты ж не поймал его. И что? Вот ты конч. Базарь там жил лучше. Забираю, ребята, забираю. ГЦ. Блин, а мне только одна спора. Как? Почему дала лах, потому что голос засмеялась? Лишь потому что это мужик. Да вроде заметка женщина написана. Здесь много чего написано. У меня такое ощущение, что нам еще раз придется сбегаться. Нет. Цель нет, конечно. На самом деле, что-то да, как-то слабовато. При ДПСе 260. Акма, у меня 8 стаков, Акма. Ты там не уходи далеко. Да неси в трусы. Тапки не упадут.
Смотри, тапки упали. Упали. Свой сразу мне. Смотрите, кто третий по ДПС просто. Ну, блядь. Вот считайте, третий 22 человека обоссал просто. Нет, когда я не вешал на шамана. Да хоть с тремя. Обоссал, обоссал. На видео, на видео. Все ясно. Дай лутера там, я не знаю, ты ушел просто. А, блядь, я забыл эту хуйню. Сейчас лутера дам. Вот ты конченый. Ну я же не эрелил, блядь, я забыл, что он не эрел. Че, лутается там? Вроде дал лутера. У меня нет цели. Прием. Ну вот лутается. Мне нужна цель. Ты сейчас перезаходишь или еще профи хилишь? Перезахожу. Запускать еще с ивент, я релогнусь. Вот тоже релогнусь. Сначала нужно выбрать цель. Коллег, кто-то сролит другой тогда. Да не бегайте, мужики, встаньте там. Я говорю, не бегайте, вы побежали. Скажите, когда зайти. Ладно. Шкаф один останьтесь. Шкаф тыкните. Тыкни, вар. Че, все, не перезаходишь? Ну, короче, рыло давать. Да. Так, Лисимах, ты врка? Да. Твоя задача повесить проклятие красноязыча на красного слизня по КБ. Ферстлайф на зеленом слизне. Хилы, цель зеленого слизня, не сбегаемся. Хилим на расстоянии, когда кому-то откидываем. На первой фазе стопаем дамаг. Обнулился этот таймер. Во сколько мы ребро спулили? Где-то 20 минут назад. Может 30? 48 минут прошло. Это так. 48, спасибо. 20 и 48, тут совсем одна цифра. Чек на пулы. Это ты вместо кулерса теперь, да, озвучиваешь? Вопрос можно? Да, да. Вопрос, давай, задавай вопрос, Ирэл. А дота там, как она, острая чума или как она, как здесь разносится? Всем привет. Привет. Слышал, острая чума. Если на тебя кидается острая чума, и передавай человеку через 5 секунд. Хорошо? Ага. Отлично. Чек на пул. Ягер готов? Мы не стопаем же ничего. Не, мы стопаем, ждем зеленого слизня. Потом убиваем. Пожалуйста, маги, все остальные классы, прожмитесь на первой переходке, не на это, не на боссе, не на слизне первом. Интеллект, дайте, иди пистул. В самый сложный босс в этом месте. Ни одной ходы нету. Да не надо на тебе. Не замедляй первого зеленого, так вот делай. Замедлишь уже потом двух связей на переходке. Не, ну, конечно, походать это хорошо.
боту шана, на кухне, да. Омоложение куклы. Стоп, по боссу. Стоп, по боссу, хватит бить босса. Боссу слишком больно. Встаньте в звездочку РДД, хила сзади звезды. Милики, если вас откинет зеленый слизень, вы отбегаете в РДД зону, не бьете зеленого слизня, вы поняли? Смотрим, бейте зеленого слизня сейчас. Давайте, сбежали все в этот череп. Все, милики отбежали, РДД добивайте на расстоянии. Сбежали в череп сейчас. Милики сбежали в череп. Бабах! Захилили милизону. Все, перевели. Фартануло. Отец холодец, на тебе воп с красным слизнем, друг. Так, на ком зеленый слизень, встали в звездочку. На ком красный, бьем красного. Встали в звездочку. Поражали сейчас. Все. Бьем слизней. Поражались, бьем слизней. На ком красный дебаф, встали в цель зеленого. Как откинет, идем в звездочку. В звезду встали, на ком зеленый дебаф. В звездочку собрались как можно быстрее. Скоро смена цели красного. А, боб на красного, дружище. Смена цели красного, внимательно. Огримару, дайте боб. Дайте боб на Огримара. Ретрики, дайте боб на Огримара. Сейчас догонит. Добейте зеленого. Сбежались в череп, захилили милизон, отбежали от пельменей. Хватай, давай, подымай Маковея, Лалана, подымай Красотулю, отбежали от колб. Ход и кукли, блядь. Хватай, Маковея, Лалана, Красотулю, быстро. Отбежали от пельменей. Один валяет этот Маковей. Блядь, раскрой карту, посмотри, мир большой. Сыграли в красного. Так, ты не замедлил красного, это плохо. Смена, смена цели красного. Хилы молодцы, не захилили, блядь. Вы поднимете людей или нет? Ладно, поднимай красоту, Люданка, поднимай Максоида. Максоид, поднимешь Маковей. Блядь. А. Хилы, вы будете хилить? У кого еще есть БР? Отбежали от пельменей, сыграли в зеленого. Сбежались в череп. У кого есть еще БР? Максо, это БР, и я бы там кого не видел. Гримар, передай чему, отбежали от пельменей. Лолана, ты подымал красотулю? Блять, ну, просто три БРа просрали. Тупо. Играйте в красного. Отбежали от пельменей. Колбы, милики, не бежать к профу, ждем пока колбы рвадут, отбежали от пельменей, влево-вправо. Так, ставим тотем на ману, поедим на. Так, выходит зеленый, РДД, хилы, максимальное расстояние от босса, слизня сделали. Играйте в зеленого слизня. От пельменей отбежали, вправо-влево, сбежались в череп. Шанан, ты будешь омоложение кукле кидать? Килика, давай гимноману. Фристы, бейте взрывом разума, у нас ретриков нет. Да, красный вылазит, сейчас стопнем по профу, будем красного играть. 38. Стопайте по профу, играйте в красного. Все в красного сыграли, от пельменей отбегаем. Каферди в милизону побежал. Ринслер. Ринслер захильте. Все, играйте в профа, переводим. Ягер, зачем ты в колбы-то бежишь?
Ой, лучше не напоминай мне это, пожалуйста. Есть инер по плюску? Нету инера, топхилам не надо, инер. Зеленые встали в звездочку. Зеленые встали в звездочку, давай рост. Красные сбежали в цель зеленого. На ком зеленый дебаф, отбегаем в звездочку. Отбежали в звезду. Вот, в меня сбежались в череп. Сейчас поедем на... Красная смена. Отец, холодец, давай, Боб. Милгар, чаржнись. Танк вот. Умер. Агри Маковей. Давайте, добейте зеленого, там посмотрим, что дальше сделать. Ой, Джейми, Агри на себя боссы. Бобы, не бобы, а диваны есть? Колодки лежат. Полипал, Талалаш, есть диван? Да. На четырех стаках я скажу, когда кинешь на Джейми. Сейчас кину звездочку, вот. Он влево. Давай диван Джейми, кидай диван. Дайте гимн отхил, присты. Да нет. Потом можно обратно вести Рома. Ну не знаю, нету хилов, падаем, короче. Нет, дно просто засрали, три Байрона. Что ты скажешь? Место. Могу зайти топовым эршамом. Донные хилы, блядь. Сразу говорил, го холи престом, я на фул захилил. А как так, вот хпс-то у них по 11, по 9, по 8,5, а получается падают, как это получается? Представляете, Шанана кукла на 24 месте по цели хила. Говорит, ты хватит тебе раги. Да какая разница, хватит или не хватит, ты кинем омоложение, все, с тебя больше ничего не требуется. А на черте много чего-то отнимает. Ладно, ну надо давать ТП Эрдру, я смотрю, он вроде первый по ХПСу. Так он первый по ХПСу, потому что он единственный живой. Надо ему ничего давать, но надо... Я первый по ХПСу. Надо охотой, блядь, омоложение на куклу кидать. Почему, блядь, в чем сложность его кинуть? А в том, что у меня в спеке не прокачана была бодрение, поэтому я тебе его не кидал. Ну, давай мы кинем ГП, чтобы потом прокачало бодрение. Как ты считаешь? Так оно у меня качало. Ободрим пацана. Там проблема с ДПСом, короче, и со смертями. Мне один раз только чуть-чуть не хватило раги. Вообще как? Три БРа потратили, люди подымались, их просто не захиливали. Так это не ХТ, а проблема. Это же проблема уже двух хилов, которые хилят, как ХТ и в сумме. А людей, которых бэрили, они как умирали, блядь. Они же умирали от пельменей, от кол. Так, кстати, надо запомнить это. Блин, кто-то помнит, от чего они умирали? У Максоида убил красный слизень у нас. Нет, там... И потом тихо. У меня одного человека, на ком был красный слизень, его просто не захилили. Это Максоид, наверное, был. Маковея убил зеленый слизнюк и тик куклы после БРа. Красотуня убил зеленый слизнюк и тик куклы. Ну и меня тоже БР. Акма убил, не представляю, как, блядь, тут босс бьет по 12к, убил БДК. Просто не понимаю, как. Сейчас бы убили, если бы БДК не упал. Хаслайфа босс убил. Хатея босс убил. Тут очень напряжно. Лалана умер в луже. Ну не знаю, как, наверное, в конце боя уже, наверное. Кому еще ГП? Лалана пишет, что его убил босс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь строчек, блин. Не вижу нигде профессора. Лужа, чума, лужа, короче. Как будто вот 3 секунды в луже стоял тип, еще чума тикнула.
Давай мы тоже ГБ кинем, чтоб лужа не стоял. Есть еще? Зеленый, он берем.